Гумбетовский район возглавил депутат Народного собрания Дагестана, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Хаджимурад Магомедов. Сегодня муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с Хаджимурадом Магомедовым, пожелал ему успехов и благополучия. В ходе встречи муфтий шейх Ахмад Афанди и Хаджимурад Магомедов обсудили его назначение, а также предстоящий план работы в районе. Муфтий выразил уверенность в трудолюбии и высокой работоспособности Магомедова, дал наставление и призвал его ставить интересы жителей района выше своих и держать данное слово. Шейх Ахмад Афанди уже по традиции после назначения встречается с руководством Гумбетовского района. На инаугурации мне предоставили слово. Я же должен что-то сказать. Я говорю, Халид Абдуррахмана я не буду. Халид я буду через 4 года, смотря на его проделанную работу. Хаджимурада тоже мне Халид не буду. Буду анализировать его работу. Магомедов, в свою очередь, выразил желание улучшить условия жизни жителей Гумбетовского района. Постараться рабочие места создать. Конечно, в наше время это один из таких глобальных вопросов трудоустройства граждан. И, ну, есть вопросы уже там по ходу ознакомления, там вопросы трубопровода, воды в горах. Это, я думаю, что во многих горных районах это проблема. Будем вместе с руководством, с замами, с начальниками управления, начальниками отделов все возможное делать, чтобы решать эти вопросы во благо граждан.